друзья! Компания Wharton рада вернуться на выставку Interlight, на 25-ю юбилейную выставку. А здесь мы представляем нашу IoT-платформу Avada, систему управления освещением и умными зданиями на базе протокола DALI 2.0. Также компания представляет семейство светильников под торговой маркой Wharton и показывает, как применение этих светильников совместно с системой управления позволяет решать разные бизнес-задачи. От увеличения трафика в магазинах до создания комфортной световой среды, от складов до школ и до интеграции в систему управления «Умный город». Благодаря выставке, благодаря общению прямому с заказчиками и с партнерами, мы показываем им, насколько легко и просто стало применять систему управления, насколько легко и просто использовать наше приложение Avada, насколько легко и просто интегрировать систему управления в здание, насколько легко и просто создать комплексную систему управления от здания, от управления всеми инженерными системами здания до целого города и управления инфраструктурой этого города на базе нашей платформы Avada. В планах компании Wharton и бренда Avada участие и в последующих выставках Interlight. Именно поэтому мы подписали трехлетнее соглашение об эксклюзивном генеральном спонсорстве зоны Smart Hub на ближайшие 3 года с организатором выставки компании Massive Run. Мы очень рады, что многолетние усилия компании по продвижению системы управления находят практическое применение в реализации уже не единичных проектов, а десятков проектов на базе платформы Avada. Мы очень рады, что эти проекты внедряются все проще. Мы очень рады, что интерес наших конечных заказчиков, наших партнеров к системе управления возрастает кратно. И мы надеемся, что с помощью выставки Interlight мы сможем доносить наши самые инновационные передовые идеи напрямую нашим партнерам. Очень мало людей понимает, как на самом деле должно работать управление освещением в автоматическом режиме. Это реальная проблема, и для того, чтобы эту проблему закрыть, мы сформулировали документ, который назвали Avada Light Logic. Наша концепция строится на том, что мы декларируем работу света в автоматическом режиме без выключателей. Многие ошибочно предполагают, что Smart Light – это управление светом через планшет, через смартфон. Цель работы системы управления освещением – это работа системы полностью в автоматическом режиме. Это работа без офиса, склада, предприятия, без выключателей. Мы стремимся к тому, что освещение, световое пространство следует за человеком и обеспечивает его необходимой световой обстановкой. Освещение будущего – это свет, который работает без выключателей.